вход немного дальше. Постараемся вести себя потише. Понял. Райдер и Лукас уже добрались до пустошей. Когда закончим дела, присоединимся к ним. Нек, почему бы тебе не разобраться с этими воротами? На. Мы находимся рядышком с заводом гоблинов. Если честно, мне он не напоминает завод гоблинов, он напоминает завод Виктора. Он какой-то современный. После того, как я увидел деревню этих гоблинов, да что ж, Нек, с тобой происходит? Носу ему своих реликтов в ноздри. Короче, возвращаемся к тому, что этот завод нифига не похож на завод гоблинов. Вот что я тебе хочу сказать. Но дело в том, что там самый крутой боец сидит, Гандахар, который сбежал от нас. Вот, и вполне реально, что у них могут быть такие технологии для строительства таких заводов. Ну и всего остального. Получил? Бах-бабах! Выкусил? Так что... А, еще же там, может быть, жена нашего доктора находится. Вот что очень любопытно, конечно. Больше всего мне хочется узнать, жена доктора жива она или нет. И действительно ли она делает эти танки. Вот что очень любопытно. Ох, янтарчик я набрал. А, кстати, в прошлой серии, если ты не смотрел, пропустил прошлую серию, посмотри. Мы там собрали, наконец-то, устройство. Первое устройство, которое называется янтарная батарея, позволяет нам владеть четвертой ячейкой для ульты. Я теперь могу... О, нифига себе, нифига себе. Черт, сколько вас тут? Сколько вас тут? Ай-яй-яй-яй. Что это такое? Повылазили такие жучары наглые. О, как ты умеешь. Слушай, а раньше ты чем... Чё не пользовался своей способностью карабкаться по стенкам? Ну, в смысле, вот по таким стенкам. Эх, катсцены. Как они... Снова в грязь упал. Как они меня достали. Вечно в катсценах у Нека есть суперспособности, которыми я, рядовой игрок, не могу пользоваться. Меня подорвали только что. Жучара, которая меня... Жучара суицидала. Вот. Отдохни немножечко, дружок. Кстати, насчет тайников. Не забываем про тайники. В прошлой серии я пропустил парочку. Все собрал, не переживай. Спасибо за комменты. Оставляй на этой серии. А еще я хотел тебе в начале серии предложить, типа, давай посчитаем, сколько раз я загнусь, ну, в смысле, умру в этой главе. Ну и потом в конце, да можешь прямо сейчас написать свои варианты, сколько... Так, ребят, я не договорил, сколько раз я здесь окочурюсь. И в конце посчитаем вместе и посмотрим, кто оказался прав. Кто завангует, как говорится. Прыгаем. Ну, я с вами разбираться не буду, у вас молоты. Я сделаю вот так вот. Ульта же была, чё я буду мелочиться? А хп-то у меня ни к черту. Так, вот эту дверь можно сломать? О-хоу, можно. О-у-у, сейчас, кажется, мы что-то соберем интересненько. Давай посмотрим. Что это? А, третья деталь из пяти деталей двойного аккумулятора. Нек может накопить в два раза больше энергии янтаря. Ладно. Я-то думал... У меня просто, смотри, тут есть устройство, которому тоже нужна одна деталь. Это устройство называется детектор реликтов. И вот как бы нужно ее где-то найти. А чтобы найти, нужно больше тайников. Которые я не так уж и часто нахожу. Их не так много. Блин, вот здесь вот надо было янтарь-то оставить, ульту. Ульту надо было здесь... Ладно, с бумерангом сейчас разберемся вначале. С бумерангом. Готов? Опа, не успел. О, какие замашки. Ай, развалили меня. Так, первая смерть. Угу, хорошо, ладно. О, подожди, янтарчик. Нет, слушай, давай не будем считать, сколько я тут раз сдохну. Нет, ты, конечно, можешь, но я тебе сейчас по секрету скажу. Я это вырезал специально, потому что это тупняк какой-то. Я не знаю, тут гоблины какие-то невероятные или чё. Напоминаю, что сложность нормал. Все считают, что я на изи играю, но нет. На тебе. Короче, я уже сдох 4 раза, ты представляешь? Я
Ну, тут нет оправдания, я не знаю, что тебе сказать на это. Ну, просто вот эти вот черти, вот эта вот троица, она меня выбешивает. Мимо! Вот так вот. Вот смотри, с пятого раза вообще все получилось. Только не бей об землю, только не бей об землю. Да как, видал, какой он наглый? Отскакивает от меня. Молоток в стенку сейчас забагался. Короче, вот такие вот гоблины пошли. О, ты тут можешь залезть по трубам. Да. Кат-сцены в диковинку. О, ништяк, реликты, отлично. Надо подрасти, надо массы набраться. Я раньше, кстати, вообще не обращал на это внимания, что в катсценах Нек обладает какими-то способностями такими, которыми в игре он не обладает нифига. Вот после этого комментария я реально начал обращать на это внимание. Вау! Я думал, там тайник, но нифига. Ай-яй-яй-яй-яй, как меня бесит вот этот, знаешь, прыгаешь на врага, он отскакивает назад и отхватывает. О, смотри, какой мечник. Здорово, бугай. Он сейчас может меня размотать на раз-два. Ну да, пожалуйста. И зачем я поставил сложность нормал? Надо было реально на легкой игре. Детская игра, блин. Сидит взрослый жбан так огромный, не может пройти изичную игру. Вот. Вот тут все просто, все элементарно. Но, знаешь, удача играет огромную роль. Круто спустился с крыши. Че, пацаны? А, у тебя бластер? У тебя бластер есть? Размотал. О, ты этим бластером бить еще можешь. Ну ты крутой. Пробегаем. Реликтов. Дайте мне побольше реликтов. Ништяк. Ненавижу играть таким мелким чнеком, потому что... О, кстати, тут же тайник. Тут же тайник. Потому что меня все лупят. Особенно, когда огромные орки, так это капец. О, это что, янтарный реликт? Нифига себе, еще и янтарный бывает. Янтарные реликты увеличивают силу суперударов. Короче, это первый янтарь, который я нашел за всю игру. Офигеть, их 20 штук. Необходимо реликтов, чтобы открыть доступ к янтарю. 20 штук. Да. То есть, ну, всяко разно надо будет перепроходить игру. Потому что, возможно, я еще и даже не все устройства нашел. Да уж. Кричат. Да ты обупел. Да вы опупели! Да. Размотали, как школьника. Как детсадовца. Мимо, мимо, мимо! Пузо! Отлично. Когда вздыхаешь, очень часто не робей. Все будет круто. Не слабей. Видал, как могу? Через мину перепрыгнул. Вот, наконец-то. Пошла заришка. Вот, разматываем их, давай. Эй. Сразу бы так. Можно было бы перемотывать времени и потом... обладать перемоткой времени и потом, знаешь, это... отсматривать лучший момент и выбирать их. Как бы... это я про реальную жизнь. Про игру-то понятно, я буду монтировать, я все вырежу, сделаю все красивенько, все будет отличненько. Ну, конечно, не все вырежу. Ворота открыты. Заходи, доктор. Пригнулся старый пень. Кричит, как будто это он дверь открыл. Что ж, пусть потрачена масса времени и сил, но мы на месте. Наша цель — полное уничтожение производственной базы Гандахара, а также всего существующего оружия. Ну... с чего хочешь начать? Ну, первым делом я бы хотел вырасти. А что насчет... танки? Этого здания. Отлично. О-о-о, глава 9, часть 2, оружейный завод. Мы внутри. Отлично. Ты будешь в меня стрелять? Черт. Мимо. Промахнулся. Еще раз промахнулся. Тайники, я вижу дверь. Попробую ее выбить. Возможно, там что-то... нет. Там ничего нет. Это обманочка. Обманочка. Тут ничего нету. А вон там, что там у нас за решеткой? На заводе есть такие вот решетки, в которых заключенные янтари. Заключенные янтари. Забавно звучит. Не успел. А вот твой дружбан успел.
Прыжок еще. Выкусил. Выкусил мои мощи. И мои мочи. Так, кстати, интересно, у Нека есть естественные потребности? Ну, типа там, в туалет сходить, покушать? Наверное, нет. А чё тот дальний махал? Тебе стрелять надо было, не махать. Готово. О, старичок, бодрячок подбежал. Спрыгиваем внутрь. Ну, в смысле, вниз конвейеру, я имею в виду. Здесь танки собирают. Похоже, это какой-то оружейный завод. Я, дедуль, разберусь, не переживай. Оружейный это завод или нет? А у меня уже тем временем накопилось почти 4 ульты. Хорошо. Ой. Не успел. Давайте еще разок. Вот, отлично. Какой там орк! Здорово! Мимо! Всегда забываю про ворота, а это классная штука, когда я маленький. Я же очень верткий. Сколько тут рычажков. Какой огромный конвейер. Сколько всего интересного. Давай, дед, за мной прыгай. Хотя у тебя, наверное, как у Лукаса, есть это, крюк-кошка. Здорово, парни. Ультануть, что ли, вас? Были, чувачки, а тут тайник, да? Да, небольшой тайничок. Были орки, чувачки, да сплыли. Оп-оп, главное вниз не упасть. О, прессованная штука. Пресс-форма. Как-то не очень бы хотелось в нее попасть. Мусор внизу. Давай мы мусор впитаем. Болты впитывай в себя, будешь железный, Нек, чувак. Это ж круто. О, да-да-да, я теперь как викинг, слушай, как рыцарь. Класс. Полюбуйся на себя. Ну, наконец-то. Неплохо смотрится, Нек. Да. Я снова большой, я снова буду всех вырубать. Железный Нек. А там пресс-форма магнитная, которая нафиг может меня сейчас замагнитить. Все железо с меня сейчас снимет. Смотри. Этот магнит притянет к себе все металлические детали, которые ты подобрал. Так понятно. Надо ее отключить, видимо, да, как-то? Ага, точно. Ага, я ее отключил. А, там чувак выпрыгнул. Я его сейчас победю, а у него копье. Будет сейчас сложно победить. Ты что думаешь, я с тобой... Не! Вот так вот сделаю, да и все, я с ним даже драться не буду. Размечтался чувачок. Все железо забрал? Вроде да. Все железо... О, какие там здоровые чуваки с молотком. Какие там... Ну, не молоток, а топор. Парни... Бабах! Бах! Тра-та-тах! Вот здесь тайник? Да! Вот здесь видно сразу тайники, поэтому тут их дофига. И чё, я в этот раз... Какие-то рубины, кристаллы. Дайте мне устройство собрать, ё-моё! Аметистовые реликты увеличивают защиту. Аметист, 5 штук. Блин, еще и аметис, и аквамарин, и еще там красный рубин. Куча этих камней собрать. Чё, прыгать, блин? А, лифт. Ну, вы, кстати, в комментариях писали, что... Опять детали оружия. Надо найти цель получше. Разрушив это здание, мы немногого достигнем. В комментариях кто-то писал, что он посмотрел, сколько глав в Неке. И вроде как там не 11 глав, а целых 13. Подожди, эти платформы, они магнитят меня так, что я потом не могу как бы, ну, ходить, двигаться. Что-то тут нужно сделать. Закинул в стиральную машинку металл. Постирать его, видимо. Сейчас здесь что-то произведется. А, нет, не произведется. Недостаточно материала. Пошел за стальным. Сейчас хапну еще. Вот так. Ну, как, хватит тебе, нет? Еще надо? А, сейчас, подожди. Вот, готово. Ух ты. Мне теперь сюда надо бежать. Подожди, может я это... Двери, подождите, не закрывайтесь. Я сейчас схожу, в металл возьму. Только не закрывайся, подожди. Отлично, они не закрылись. Хо.
такое продумал. Я просто думал, что они сейчас закроются. А, ну тут тоже нам дали возможность, смотри, набрать железо. Если бы я забыл. Ну, чё, ребятки? Так, нет, подожди-ка. Пускай платформа отключится. Готов. Ай-яй-яшечки. Мне так нравится, как с них броня слетает. Они ж такие вкованные, типа, мужики. Орки эти. Там налево тайника, интересно, нет, а туда и прыгать-то некуда. Там нету тайника. Снова магнитная форма. Форма, пресс-форма. Тут прыжок. Давайте вот сюда. А, ой-ой-ой-ой, примагнитило меня. Как странно я прыгаю. Черт, они меня сейчас тут убьют. Да, они убили меня. Как это хреново, когда ты попадаешь на эту пресс-форму. А подожди, я ж могу рассыпаться? А нет, не работает тут эта фишка, чтобы ты рассыпался и оставил весь металл. Эх, жалко. Все по новой. Почему здесь не сделали такую возможность, чтобы скидывал металл, да и все? Пацаны, я снова здесь. Знаете, что я сейчас сделаю? Вот так вот. И попрыгаю. Ну-ка. Да, бегает он тоже медленно. И прыгать ему не дают. Эх. Ну же. Снова эта стиральная машина. Ульту надо восстановить. Там вон янтарь слева вижу. Сейчас возьмем. Ух, сколько тут. А, я сюда, в принципе, могу еще разок спрыгнуть, чтобы затащить сюда опять металл. Хотя вроде его даже хватило. Снова катсцена, не дали мне обшарить весь завод. Сколько там янтаря-то, погляди. Ух, сколько там мощи-то. Они сделали из янтаря электростанцию огромную. Эй, пупсик. Не, я с тобой драться не буду. Не мечтай даже. У тебя такой большой топор, а я такой маленький. Как хорошо, когда у тебя много ульт. Главное, грамотно ими пользоваться. Вот, например, сейчас я тут могу обосраться. Опа. Получил в нос. Ульты, ульты, ульты. Нужно больше ульты. Чувак, с мечом не успел ударить. Не-не-не-не-не-не-не. Спокуха, спокуха. Релаксируй. Вышибаешь орков и говоришь, иди поспи. Я сделаю работу за тебя. Ой-ой-ой-ой, токсичное желе. Токсик, токсик. На тебе. У него, кстати, рюкзак с реликтами. Отлично. Все пока хорошо. Так, и что они делают здесь? Все одно и то же, слушай, чувак. Ну, в смысле, дедуль. Конвейеры, которые перевозят собранную какую-то штуку. Я так думаю, что они танки собирают. Как-то это странно вышло. Ладно, сейчас. Сейчас вот так. Вот, отлично. О, какой ты большой. Какой ты здоровый был. Но я тоже не маленький теперь. Средненького размера. Ну что ты смотришь, давай прыгай. Весельчак, дедок. Ой, снова там с топором. Привет, бугай. Ой, три раза надо было тебя ударить. Я думал, с двух упадешь. Мы подбираемся ближе. Ну, да. Же они собирают из деталей танки и другое оружие. Ага, вот я про это тебе и говорил уже давно-давно. Ей, я снова металлический. Бугай, бугай. Готов. Быстренько раскидал всех. Эть, замагнитило меня немножечко. Здесь, наверное, железо. Потому что оно вам сейчас пригодится, по всей видимости. Ну, стиралка, давай стирай уже быстрее. Готово. Вот эти штуки надо сломать. Напитаться железом. Еще вот тут вот. Прыжок. Эй-эй-эй-эй, последний. Фу. Воу, а вы откуда пришли, ребята? Я даже вас не видел. Спрыгнули такие сверху. Кавабанга, ё-моё. Черт. Много железа потерял. А, тут подправиться можно. Подхомячиться. Хорошо.
Сейчас он там отрублюсь. Нет, я туда могу допрыгнуть, если по конвейеру вот так вот. Хоп, хоп. Как Кинг-Конг. Все, я должен был что-то отрубить. Хотя бы магнит ему что-то отрубил, а? Что я там отрубил? А, по-моему, я нижние платформы отключил. О, здорово. Черт! И ульту просрал. Как так можно было вообще? Ну как? Скажите мне на милость. Какая-то глупость произошла сейчас. Ну ладно, пофиг. Ага. Мне надо обратно вернуться, железки собрать. Там стиралочка стоит. Она меня сейчас дальше не пропустит. Можно было, кстати, ульту не использовать. Просто назад спрыгнуть, собрать кучу металла и это... Что-то тупанул. Ну, ничего страшного. Бывает. Поехали уже. Как же долго все это вообще. Капец. Невыносимо. Не могу терпеть так долго. Сколько мне еще вот таких дверей? О, кстати, там улица. Кажется, мы вышли. Мы прошли завод насквозь. Янтарчик. Вернемся назад. Уверен, тут может быть тайничок. Да, здесь, походу, тайничок. Оу. Устройство, устройство. Пожалуйста, дайте доделать устройство. Да! Детектор реликтов, наконец-то! Все, у меня все части есть. Вы собрали все детали. Открыто! Отображает близко расположенные реликты. Ну ништяк, 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 ништяк. Близко расположенные реликты, это говорит о том, что это не тайники, это не реликвии. Реликты — это вот то, что Нек на себе носит. Вот здесь вот, вот есть реликты, и вон, смотри, слева появляется вверху вот этот индикатор, детектор, который говорит: а, здесь реликт, давай собирайся, ищи его. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты такой большой, что я боюсь твоих атак. Ништяк, блин, как это круто, когда детектор есть. Хоть что-то полезное собрал. Ой, какой жижей вы стреляете, проказники. Выкусили. Этот под конец все равно выстрелил своей токсичной хуба-бубой. Реликты есть, вот, забираем. Дедуль, постреляй с пестика своего. У тебя же есть пестик наверняка. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, прикольно, что когда тебя поражают и тебя второй раз кто-то стреляет или лупит. Ну, короче, если тебя кто-то ударил и в тебя пуля летит, то тебя не заденет. Двойным ударом, как бы, получается. Что, тебя ударили и пуля в тебя еще... Короче, когда как? Вот сейчас такое не произошло. Когда в меня волна летела, я от снаряда пострадал. Какие самолеты золотые. И сейчас я тут встречу жену. Привет, доктор. Ну я же говорил. Шарлотта! Но как? Что произошло, когда ты бросил меня? Стоп, что? Когда я упала в пропасть, гоблины нашли меня и привели к вождю Гандахару. Он вылечил меня. Ну, почти вылечил. Эта нога уже не будет работать, как прежде. Шарлотта, я искал тебя много дней. И не нашел, потому что тебя там уже не было. Это слова. Это правда? Но что здесь такое? Гандахар нуждался в моей помощи, и я помогла ему. Сначала я улучшила броню и оружие, чтобы он мог защититься от враждебных племен других гоблинов. А потом создала еще кое-что. Ты знаешь, что с этим оружием? Они нападают на наше поселение. И теперь я знаю. Гандахар уничтожил врагов среди племен гоблинов, а затем он решил отомстить людям за кристальные войны. Я прекратила работу, когда узнала. Шарлотта, прости за все, что произошло. Но как бы то ни было, теперь мы снова вместе. Прошу, у нас мало времени. Пойдем со мной. Нет. Что? Почему нет? Я принесла слишком много боли и разрушений. Теперь мне не место среди людей. Перестань! Нет! Ясно. Но если ты передумаешь... Прошу, позови меня. И где бы я ни был, я приду за тобой, клянусь тебе. Прощай, доктор.
Хынык, хынык. Какая трогательная сцена. Мы не смогли забрать твою жену. Глава 9, часть 3, большой сюрприз. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Что за дверь? Эх. Да, я-то думал, доктор, ты осилишь это, туда не пройти. Ну, в смысле, осилит ее уболтать. Но не вышло. Сейчас я снова буду большим бугаем. Надо было, доктор, своей подружке показать меня. Она бы офигела и согласилась пойти с тобой, потому что захотела бы меня изучить. Наверное. Сейчас просто пробегу его, как обожаю так делать. Ребятки, хоп, хоп, хоп. Что-то как-то не сработал последний разок. А, меня, видимо, чуть-чуть покоцали, я уменьшился, поэтому не сработал. О, роботы, я обожаю роботов месить. А роботы любят меня месить. Ну чё, пацаны? Чёрт, он меня ударил. Ты меня ударил? А, пилой. Нифига себе. А ты чё такой борзый? Может, ещё раз кинешь? Мимо! Ай, попал. Чё, думаешь, я с тобой возиться буду? Вот и всё. Когда отхватываешь, просто... Юзаешь ульту. Сколько здесь янтаря? Хватай весь этот янтарь. Шмонтылять меня в разные стороны. Вы держитесь подальше, чтобы не ударило током. А лучше, давайте встретимся наверху. Думаю, там мы и найдем Гандахара. Удар током – подходящий финал. Она меня больше не любит. Ну, я не человек, но полагаю, все несколько сложнее. Вы должны быть от меня подальше, когда начнется салют. На, красавчик. Ладно, ладно, ладно. Уже иду. Идите. Как так можно? Я только что потерял возлюбленную. Так, я здесь вижу где-то реликт неподалеку. Сколько янтаря. Слушай, это просто балдежно. Почти 4 ульты собрал. Да, я сейчас ее и соберу. Да, все 4 ульты. Е-е-е. И где-то тут значок загорался, что есть реликты где-то неподалеку. Детектор мой сработал. Подожди. Где-то здесь, что ли, или что? Вот, видишь, детектор срабатывает. Где-то вот тут, вот тут. Вот где-то вот здесь вот тут он срабатывает. Может, он справа просто неподалеку. Ладно, пошли. Пойдем посмотрим, что это такое. На маленькую можно наступить? Ага, понятно. Это типа черная дыра местная. Лучше не наступать на нее. Не успел. Хотя успел. Полезек. Ай-яй-яй-яй-яй. Котовченко. Тут ничего. Ну же, колобки. Вот, снова детектор реликтов заработал. Говорит, здесь что-то, и ты пропустил это. Как я это мог пропустить, если там некуда спрыгнуть даже? Подожди, вот давай вернемся. Чертова дыра это. Где реликты? Вон там внизу, где? Где? Подскажи мне, где реликты? Где эти? Уже нету детектора. Странно как-то. А у меня в смуту вводит этот детектор. А, тут я железо 100% потеряю. Привет, парни. Смотрите, фейерверк. Фейерверк, быль. Да, сплит. Сейчас ультану. О, тайничок вижу. Прямо вот перед нами тайник стоит. Это забираем. Ну ещё, на тебе. Бабах. Вот это забрать. Устройство, пожалуйста, устройство, дайте мне устройство. Реликты. Прикольно. А здесь стенку можно сломать? Не, нельзя. Нельзящички. Ладно. Еще реликт. Сколько там роботов? Ну че, парни, пришло время с вами разобраться. Готов? Не готов? Как-то ты выжил, слушай. Это нечестно, читер. Там танк вижу.
танкище. Танковочный танк. А я делаю вот так вот. Что-то не сработало ульта. Почему не сработало? Как-то поздно ульта сработала. Вообще, я вот не понимаю, как это работает. Танк берем с собой. А, подожди, там есть реликты, надо взять их. Давай, хватай танк-то. Он не берет. Почему? Что? Как? Он не мог взять танк. Видимо, здесь скрипт такой, что нельзя танки брать с собой. Здесь есть стенка тайная, нет? Сзади реликты были. Вот это больше похоже на правду. Пришло время разобраться с парой танков и самолетов. Знаю я, как ты разбираешься. Даже танк с собой не мог утащить. Ух ты, какой крутой. Какой мощный танк. Лазеры. Ничего себе. Я, пожалуй, сюда схожу. Ага. Ой, нет, 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 нет. Готов. Бери. Вот, наконец-то можно танки взять. Такую здоровую тушу тащу. Сейчас я поднимусь. И за янтарчиком вернусь потом. Давай. Да, Нек, ну ты, конечно, рукожоп. Не ожидал я тебя, что ты вот так вот используешь танк. Кривожопа. Ну чё, братцы, кролики, смотрите. Опа-ля. Ну когда ты юзанёшь уже? Опять второй раз уже с танком. Точнее, не с танком, а с ультой какая-то сложность. У них тут даже музей свой есть, смотри. Там представлены варианты танков и роботтехники. Вот тут, кстати, тайник. Нет? Да, тайник. Вот я представляю, сколько я тайников пропускал раньше. Тут практически на каждый квадратный метр. Ну ладно, не квадратный, на 10 квадратных метров есть тайники. Изумрудный реликт, еще один, которых нужно 15 собрать. И тогда я буду... Что она дает? Используя силу изумрудных реликтов, Нек может увеличить силу атак. Угу. И превратиться в изумрудного Нека. Да, я представляю, сколько тут еще собирать нужно всего. Ну ладно, не грусти. Танк хочу взять и шмальтельнуть. Ой-ё, как мне знатно прилетело-то. На тебе. С одной пухи он мне половину хп снес. Мощный типок. Но я восстановился. Почаще бы таких коробочек на пути встречать. Нек! Ты уничтожил половину моей армии в Монтеверде. А теперь пришел закончить дело. Почему? И ты спрашиваешь? Ты разрушил их форпосты и многие города. Чего ради? Янтаря и реликтов? Нек, я сражаюсь за справедливость. Да, сейчас гоблины влачат жалкое существование в лесах и горах. Но до кристальных войн у нас были свои города, своя цивилизация. Я лишь хочу вернуть те времена. А я лишь хочу показать тебе, что нападения на людей не сойдут тебе с рук. Ты их игрушка. И мы слишком долго жили на пустошах. Уничтожить чудовище. Ну ты чё обиделся-то, Гандагар? Я думал, мы с тобой друзья. Возьми танк. Возьми танк, говорю! Косолапый ты, Нек, возьми! Ну, ё-моё! Где этот квадратик? Танк сейчас исчезнет! Обосраться можно. Это серьезно, это как называется? Это подстава от игры. Троллинг. Так нечестно, вообще ни разу. Вот, возьми танк. Вот, красавчик, наконец-то. Наконец-то. О, музейные экспонаты выехали. И танк даже не дали взять. Ну, блин. И хуба-буба поливается. Есть. Сейчас вон те два танка выйдут. А ну, конечно, конечно. Лазерный пукан и обычный пукан выехал. Пупочные скважины, блин. Чё ты собираешься стрелять своим лазером? Не догонишь, не догонишь. Готов. Бабах. О, да ты выжил после такого толстого танка? Ничего себе ты.
Серьезный. А, вот это что? Можно сюда? Эх, нельзя. Самолетики, смотри. Пойдем полетаем. Самолет, самолеты. Разбомбить их нафиг. А лучше надо было их взять и кинуть вон туда. Почему-то не хотел их взять и не метнуть вот в этих вот чуваков. Ой-ой, досталось мне, досталось. Я бегу, я бегу. Пила, опасно. На, выкуси. Так, здесь нет тайных всяких проходиков? Вроде нет. Побежали дальше. Битва на заводе Гандагара. Это, конечно, эпично. Реликтик замираем. Блин, ну это не круто, конечно, то, что ты не можешь поднять эти самолеты. Я думал, в них хотя бы реликты есть, но нифига в них нет. Это фиаско. Чуть-чуть брызнул этой жижи, и я в нее наступил. Готов. Сколько здесь экспонатов стоит? И они все действующие, по всей видимости. Здорово, парни. Блин, янтаря не хватило. Мне чуть-чуть, парни, янтарчика нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прям под замес попал. Жесткий. Где ж янтарь? Ну где ж янтарь? А, не-не-не-не-не-не-не-не-не, я бегу. Готов. Вот янтарчик, забираем. О, это реликты. Отрывай стволы. Так много оружия. Делай дубину. Сейчас будет меньше. О, круто. Здорово, ты что тут одинокий такой стоишь? Меня ждал, что ли? Смотри, вот сюда, если пройти, тут тайник, наверное, да? Ха-ха-ха-ха. Тайник. Что же там? Да, блин, они достали со своими рубинами, камнями и прочей всякой фигнёй. Устройство где? Почему устройств нету? Засранцы, дайте мне устройство. Ладно. Не будем ругаться. Танк снова стоит. Поджидает меня. Все такие стоят и ждут меня. Когда ж я прибегу? А может, я не прибегу? Я сейчас тут погулять хочу. Готов. Вот тут нет никаких тайников случайно. А в тех дверях все проверю. Нету тоже. Поехали. А, тут карабкаться надо по стенке. Что-то мне звук не нравится. Какой-то странный, стрёмный звук. Здорово. О, тайничок с янтарём, отлично. Ульта есть. Это здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прекращай со своей хуба-бубой. Тут нет ничего. Покарабкаемся выше. Давай, залази. Блин, у меня искрит все. Полтела разбито, сломано. Надо поднабрать где-то реликтик. О, здорово. Похоже, Гандахар руководит операцией вон с той башни. Пойдем поболтаем с ним. О, я иду к тебе, Гандахар. Чтоб тебя нагандахарить. Это смешно. Горох сейчас отхватит. Ой. А, сломался, ну и отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тебе. Танк меньше опасности представляет, чем чувак с копьем. Я иду к вам. Вон в тот танк попадешь.
Красавчик. Чё ты бьёшь танк мой? Ну вот, я даже не собирался брать танк, но он случайно взял и киданул, и потратил своё хп. Ладно. Подожди, вот этот кристаллик, можно его как-то... А-а, никак нельзя. Ангары проверить. Надо проверить ангары, мало ли. В каком-нибудь ангаре что-нибудь есть. Секретное. База, конечно, знатная у него. Ну, завод, в смысле. Прыгай, прыгай. Давай как Халк. Как, прыгни. А, это мы прям наверх забираемся. Ща Гандахар обосрется. Не так быстро. Так, поймал. Что дальше? Он этого Гандахара как жучка какого-то маленького схватил. О! Не думал, что это сработает. Вашему созданию хватило 20 минут, чтобы разрушить то, что я построил за 20 лет. Вы так любите разрушение, доктор? Разрушение во имя мира, да. Да, люблю. Даже если я проиграю, мира не будет. Гоблины снова восстанут против людей. То, что произошло, не остановит революцию. Нет, но замедлит ее. Да, баланс сил должен измениться, но не вашими методами. Ай-яй-яй. Я вернусь! Уверен, так и будет. Но он еще долго будет восстанавливать силы. А теперь нужно найти ключ. Никогда меня не слушает. Знаешь, доктор вообще мало кого слушает. Не принимай на свой счет. А он рассказывал тебе о родителях? Нет. Ты не думал, почему док заботится о тебе, а не я? Ну, это понятно. Ты в разъездах. Верно. Родитель из меня никакой. Я вечно где-то блуждаю. Лукас, не только ты ругаешься с доком. Моя младшая сестра, то есть твоя мама, еще не то устраивала. Пока они работали вместе, она постоянно его за что-то отчитывала. Я имею в виду, ты похож на нее. Смышленный. И не только. Когда ты споришь с доком, то заставляешь задуматься о своих поступках. И я горжусь тобой. Только постарайся не судить его. Иногда он за себя не отвечает. Гордишься мной? Очень. Ладно, давай разгрузим и ляжем спать. Завтра у нас травоудный день. А вот и мы с Неком. Ну, в смысле, с доктором. Я же за Нека играю. Доброе утро. Готово. Нек полностью сорвал военные планы Гандахара. Теперь ничто не помешает нам искать ключ. И нашлась Шарлотта. Она жива. Что? Жива. И не хочет меня видеть. Что значит жива? Что тогда произошло? Поговорим об этом в другой раз. Итак... Где эта наскальная живопись? Ну, путь лежит через эти руины на вершину той скалы. Маршрут сложный. Мы с Лукасом провели разведку утром и кое-что подготовили. Отлично. Выдвигаемся. Надо спешить. Та-дам! Какая-то глава. Глава 10, часть 1. Пустынные руины. Ну, а на этом все. Так, а сколько я в итоге раз погиб? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сбился со счета, ну, по-моему, раза шесть, да? Вот так вот где-то как-то получается. Подвели итоги, подвели черту, если я ошибся, исправь меня.
Ну, и, конечно, поставь лайк под этим видео, если тебе понравился этот ролик. И подпишись, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика по Неку и по другим каким-нибудь крутым игрухам. Ну и, конечно же, не забудь подписаться на Яндекс.Дзен. Все ссылочки будут в описании. А на этом все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.